Здравствуйте. История, которую я вам хочу сейчас рассказать, она о подвиге. Эта история начиналась для меня 20 лет назад в архиве Министерства обороны. Я только начинал работу здесь, в Новгородской области, по поиску. И для того, чтобы понять, сориентироваться, где, что и как, мы вместе с женой пошли в архив Министерства обороны в Подольске. Взяли документы дивизий, армий. Ну и тихо, спокойно, читальный зал располагает, стали пытаться вместить в себя, что же происходило здесь в 1941-1942 году. Немецкие войска рвутся к Новгороду. Рвутся, идут, подходят к Демянску со стороны Марьева с южного направления. Никаким образом защитить поселок советские войска не могут. Предпринятый контрудар под Старой Руссой захлебывается. 34-я армия разбита. Разбита, деморализована, отступает. Огромное количество окруженцев, погибших, сдавшихся в плен. В сентябре 41-го советское командование предприняло попытку стабилизировать положение Северо-Западного фронта на рубеже реки Ловоть от холма до Парфина. Началась Демянская оборонительная операция. На правом фланге линии обороны сражалась 11-я армия. Далее шел участок 34-й. Левый фланг занимала 27-я армия. В это время немцы решали свою стратегическую задачу – выйти на Валдайскую возвышенность, чтобы перерезать Октябрьскую железную дорогу и иметь возможность выйти в тыл войскам Западного фронта. Уже 1 числа завязались тяжелые бои. Через три дня командование констатировало – ни одна из армий фронта с задачей не справляется. 8 сентября был сдан Демянск, 9-го – Лучково. 10 сентября была потеряна связь командования 34-й армии с частями, и те, неуправляемые со стороны штабов, начали беспорядочный отход, пробиваясь отдельными группами через боевые порядки противника. 27-я армия отошла на линию озера Селигер. 12 сентября она предприняла попытку наступления в направлении Демянска, но успеха не имела. 15 сентября передовые части немецких войск вышли уже к озеру Вильё. Согласно официальной статистике, за три недели Демянской оборонительной операции армии Северо-Западного фронта потеряли примерно 40 тысяч человек. В этих условиях фашисты наступают просто не таясь. Они идут колоннами по Большаку, по дороге. В редких случаях какие-то узлы сопротивления советских войск они сметают сходу. Наши армии отступают, предполагая занять подготовленные вторые рубежи по линии озера Селигер, озера Вильё, озеро там Сухая Ветошь есть еще, вот по этим озерам, оборонять промежутки между ними, ну и таким образом попытаться задержать фашистов. 23-я стрелковая дивизия отходит по дороге от Демянска и должна переправиться через озеро Вильё. Тогда озеро было гораздо меньше, и существовал мост через это озеро. Я читаю журнал боевых действий. Там подробно описано, как, какие части, какие войска подошли к этому мосту. И я так понимаю, что пропускная способность моста довольно маленькая. Немцы двигаются по шоссе с большей скоростью. В этот момент появляется естественная мысль у командования. Надо некий заградительный отряд, который бы позволил переправиться всем. Этот отряд был собран. Такой сводный отряд. Сводный отряд тех, кто выходил из окружения. Там трудно было понять, какое это подразделение, какая это часть. Из журнала боевых действий 23-й стрелковой дивизии. Отряд из 27 бойцов, оставленный на прикрытие отхода частей по переправе в районе деревни Вильё, в течение трех дней вел напряженный бой. К
ночи третьего дня выстрелы и разрывы гранат прекратились. Видимо, всех красноармейцев надо считать погибшими. Я когда прочитал вот этот страшный документ, я понял, что люди совершили подвиг. Они 3 дня героически сражались на подступах, сдерживая фашистов и позволив переправиться войскам дивизии, частям дивизии на обратный другой берег. Но у них не осталось ни имени, ничего, чтобы говорило о том, кто же это был, кто совершил этот подвиг. Я уже молчу о том, что, естественно, никто ни на кого не наградил, ни посмертно, ни иначе как-то. И самая крайняя, наверное, точка моего... Я даже не знаю, как это назвать, чувство, которое меня тогда охватило. Возбуждение, может быть, не возбуждение. Ведь наши войска, благополучно переправившись через этот мост, его за собой взорвали. У ребят, которые остались защищать переправу, не было выхода. Но они сражались. Что такое 27 человекам держать войска, которые идут колоннами по дороге? Я с трудом себе могу это представить. Естественно, прочитав в архиве подобные записи, хочется бежать туда, искать, давать им имена, возвращать имена. А их никак не найти, потому что после войны уровень озера искусственно подняли на 6 метров. И вся эта площадка у моста, она оказалась под водой, как и сам мост. В 18 веке по правому берегу озера Вильё проходил Екатерининский тракт. В те времена по этой дороге путешествовали из Петербурга в Москву. В районе деревни Вильё тракт был связан с противоположным берегом – деревянным мостом. Переправу подорвали в 1941-м. Полтора года в этих местах шли напряженные бои. Наши войска стояли на западном берегу Вилья, немецкие части занимали восточный берег озера. Война изуродовала оба берега воронками и траншеями. Еще больше ландшафт изменился после постройки плотины в середине 20 века. Воды озера поднялись на 3 метра, затопив несколько деревень и сделав невозможным сухопутное сообщение между берегами. Под водой оказалось и поле последней битвы, героев отряда прикрытия 23-й стрелковой дивизии. И когда в прошлом году один из моих товарищей приехал с аквалангом, с тем, чтобы просто понырять на озере, вдруг спросил: «Слушай, а ты как-то говорил про мост, про историю, а ты не знаешь, где он был, этот мост?» Я ему говорю: «Да вот там». Времени у меня показывать не было. И, наверное, в этом и был ключик к разгадке. Потому что он поехал, представил, где бы он думал был мост. И через полтора часа позвонил мне и сказал: «Ты знаешь, а тут солдаты лежат». Я удивленно спросил: «А где лежат?» Он говорит: «На дне». Вот эти два котелка, которые сейчас стоят у меня здесь на столе, они были вместе с останками солдат. Котелок иногда выполнял роль медальона. Если вдруг солдатик берег свое имущество и нацарапал на котелке свои инициалы, фамилию, то он становится как такой вот железный медальон. Вода его не берет, ничего с ним не происходит. И вот мы берем котелок, и я вижу Н и Д. Ну, в общем, ни о чем. Почему подбирать инициалы для погибшего Н и Д? Ну, можно. Достоверность низкая. А на обратной стороне, ну, видимо, время было у человека в свое время. Опять написано Н и выше. А вот тут уже фамилия появилась. Новиков и Д. Открываем документы архивные. Да, действительно, Новиков Иван Данилович из Ярославской области и похоронен в деревне Вильё. Вот вам еще один такой военный катаклизм. В деревне Вильё его похоронить не могли никак.
Ну, во-первых, потому что он так и остался там, где защищал этот мост. А во-вторых, деревня Вилье в тот момент была захвачена фашистами. А у второго солдата, которого также экспедиция летняя прошлого года подняла на поверхность, на свет Божий, оказалось много с собой вещей. У него была и ложка, и монетки с собой, и медальон с бумажкой. Раскрутили медальон прямо на самом озере. Бумажка была крепкая, хорошая. Единственное, что нестандартная. Я дома уже разворачивал ее довольно спокойно. И там хорошая надпись. Борис Константинович Лебедев на простом кусочке бумаги написал записку, которую адресовал своей маме, с просьбой сообщить ей, если он вдруг погибнет. Борис Константинович Лебедев, Иван Данилович Новик. Два человека из тех, кого мы тогда, из тех, о ком мы тогда прочитали в архивных данных, летом прошлого года вернулись, вышли. К сожалению, тогда было поднято 19 человек у нас. К сожалению, фамилии были только у двоих. Рядом лежит еще солдат, и в этом году мы его достанем. Сложно работать под водой. Это специальная технология, это все очень сложно. У него был вот этот котелок. Солдат еще в воде сейчас. Котелок взяли только потому, что пытались найти родных. Фамилия, указанная на котелке, очень редкая. Я, как ни искал, в России нашел несколько человек с такой фамилией. Дезерон. Андрей Викторович Дезерон. Родом из Москвы. Я не знаю, может быть, кого-то когда-то, кроме меня, еще тронет эта история про 27 человек, спасших тогда эту дивизию от разгрома полного. И на могиле у этих людей появится памятник. Может быть, небольшой, помпезный, но хотя бы плита, на которой указаны имена и фамилии взвода, сдержавшего огромные полчища фашистов.